Проще простого зарабатывать деньги в интернете. Кэшбэк-сервис AliExpress с реальным кэшбэком от 7 до 15%. Заходи по ссылке в описании и возвращай деньги за покупки. Итак, всем привет, дорогие друзья, и Blubu Maya Max будет доступен по цене за $160. Данный аппарат является улучшенной версией представленного ранее Blubu Maya. В отличие от оригинала, новинка выполнена в корпусе из алюминия 6000 серии, защищенным от воды и пыли по стандарту IP63. Также он оснащен сканером отпечатка пальцев, расположенным на задней стороне, и универсальным разъемом USB Type-C, позволяющим вставлять кабель любой стороной. Кроме того, Blubu Maya Max отличается более продвинутой технической начинкой и возросшим размером дисплея. Розничная стоимость нового Maya Max будет составлять $160. Blubu Maya Max установлены 6-дюймовый HD-дисплей производства GDI, прикрытый стеклом Corning Gorilla Glass 4 без воздушной прослойки, 8-ядерный процессор MediaTek MT6750 с тактовой частотой 1,5 ГГц, 3 ГБ оперативной памяти, встроенный накопитель объемом до 32 ГБ, 13-мегапиксельная основная камера Sony IMX214, 8-мегапиксельная фронтальная камера и аккумулятор емкостью 4200 мАч и 2 слота для SIM-карт с поддержкой 4G LTE. Работает смартфон под управлением Android 6.0 Marshmallow из коробки. Понравилось видео? Ставь палец вверх и подписывайся на канал.